Ну что ж, дорогие друзья, всем привет. Уже немного отвык я записывать ролики, если честно. Не было их уже, получается, 5 дней, может быть, даже немножко больше. Все это связано с тем, что в ближайшие выходные я комментировал турнир CIS Stars на официальном канале Critical Ops Sports. Собственно, вчера я делал об этом пост в сообществе уже после стрима, но, возможно, не все его видели, поэтому повторяю еще раз в ролике. Также, собственно, на ближайших выходных я также буду занят именно этим, поэтому, возможно, ролики будут выходить немного реже, чем вы привыкли их видеть, но надеюсь, что вы меня поймете и будете смотреть, собственно, стримы команд под моим комментированием. Для меня это все-таки огромная честь выступать на официальном канале от Форсов. Поэтому я рад, что мне выпала такая возможность. Также сегодня, собственно, для тех, кто видел трансляцию, те знают, что вчера должен был состояться финал первого турнира, но, к сожалению, он не состоялся. Поэтому он будет сегодня в 19:30 по московскому времени. И те, кто хочет его посмотреть под моим комментированием, опять же, заходите. Ну и для тех, кто не знает, на трансляции я спалил свое лицо, собственно, там я появляюсь периодически с веб-камерой, поэтому если вы меня еще не видели и хотите посмотреть, как я выгляжу, собственно, приходите на трансляцию на официальном канале Critical Ops Esports. Вот, в принципе, немножко такое разговорное вступление у нас. В этом ролике, в принципе, не будет чего-то масштабного, интересного, потому что у меня совершенно не было времени, на самом деле, на запись какого-то контента. Я просто покажу вам каточку, где мы попались вообще против стака игроков РГН и Эйфория. Это мейн игроки, не просто челики с купленным тегом. И, к сожалению, подбор Копса так решил, что нас Дашей закинула вместе с другими, получается, мастерами, там, мастерами третьими, четвертыми, против фулл стака из двух спецназов и трех элит. Поэтому вот такой вот рандом. Хотелось бы, чтобы разработчики как-то такое фиксили, потому что, ну, это ненормально, на мой взгляд. Ну и, собственно, посмотрите, как мы в этой карточке отыграли. Надеюсь, что она вам понравится. Опять же, извините за долгое вступление. Но для меня оно было важным. Поэтому надеюсь, что вы ролик ждали. Поэтому давайте просто поддержите лайком те, кто ждал. Просто подпишитесь на канал. На самом деле, устал каждый ролик уже об этом просить. Вот, поэтому надеюсь, что вы сами будете это делать. Спасибо, что смотрите. Ну и приятного всем просмотра. А, спасибо, то есть у нас мастера 4 и 1 спецназ, у них элита 237, элита 199, элита 232, спецназ... Нет, так я знаю, что ты один игрок. Спасибо! Спасибо! Люблю подбор Critical Ops. One love просто. Так, все, я убил чела из РГН, это в рамочку, все. Фаултлесс еще надо убить, и все. Надо Фаултлесс еще, да, убить, все. Я прошел Копс. Все, мы. Я Мелоди ноускопом убивал, мне нормально. Ну, прикинь, мы их выиграем. Ой. Давай не начинайте. Один раз элит выиграли, когда за нас была элита. Все. Я выигрывал элит. Ну, это да. Не кемпят. Ждут, когда мы запушим. Классик. Не сидят на базе у них там вот это. Чайная церемония. Угу. Ты просто так стреляешь или там кто-то есть? А это не я. Не. Все. Трое там. Ну, Руслан, уже. Уже тоже достигнул. А без понятия, кто это. Тоже хороший игрок, так скажи. Для меня этот Руслан НН. Я вообще не знаю, кто это. Я клан знаю, клан Тек, а кто это, вообще не знаю. Ну, скажем, шишку. Тоже понимаю.
Они фулл стак, да? Они фулл стак. Минг. Нет. РГН оба, Фатлис и Минг. Стаки, все остальные тоже стак. Офигенно, а почему нас не могло закинуть в пай, точнее, в этот, в одну с челиками из Еуфа, чтобы был баланс? Типа не? Welcome to the cops. То есть надо кинуть 5 элит в одно пати и всех мастеров в другое пати. Круто, спасибо. Руслан, прости. Лежит, отдыхает. Я не пойду дальше. Вы же там сидите явно. Да. Опа. Минг. Ага, туда. Минечко. Ну все, я убил всё? В одном раунде и Фолклесса, и Мин. Все. Все. Это пострелило. Понимаешь, это чисто название для ролика, все. Чисто РГН, мои контакты там внизу под роликом есть, все, связывайтесь, если что. Я сейчас довыпендриваюсь, ну да, я довыпендривался, да. Это должно было случиться. Цвите в РГН. Я специально дигл взял, хотел с диглом убить, я знал, что я довыпендриваюсь. Дурачок. У нас ап, значит, а ты с диглом. Ну, если вы сольете 3 в 1 на форсе, ну... Я сколько киллов сделал? Я, по-моему, минус 3 сделаю. Хз, я минус 1 дал. Чел. Вы чё? Чел. Пожалуйста. Всё. Я ж без задней мысли хотел порофлить с диглом. Минг есть. Минус минг. С Авиком. Минус еще какой-то. Чел. Не знаю, кто это. Блин, как не голова-то? Лоу один должен быть. Да, вот там двое. Как? Бью в хп. Это никак, это пиздец. Чумейра. Найс, умница. Правда, меня разменяли? Я за префайл на нее убила. Класс. Бывает. Ну... У него же бомба, да? Угу. Ну, пойди в музей. Мог уйти. Там клон. Энтэ. Да не, энтэ дефенс. Мани. Прайс. Сримакомба. Я бы поборолась за этот приз. Умница. На, нахуй. Ты понимаешь, мы с тобой идем лучше, чем челики из РГН. Все, это скрин. Это скрин просто. Это скрин. А я вообще лучше, чем это. Я на сервер РГН им скинул. Боты. Понаберут всяких по объявлению. Вот свои РГН. РГН Фатлис, РГН Финал Аккаунт. Не, ну это рофл, конечно. То есть кинуть
этих фул мастеров четвертых и одного спеца 1900 рейта против трех элит действующих и двух спецов с 200 рейта. Critical Ops, чё ты курил сегодня? Просто. Понял, выжил. Мне сейчас увлекло. Скопся дальше, тайминг. Калаш, GG. Ой, а я чуть-чуть не успел калаш, но я немножко успел его в руках подержать, который с цирку-то. Не, цирку-то, циркут. А, цирку. Я удержал этот цирка. Я с река вырежу, в рамочку поставлю. Молодец. Еще один. 5 хп. Че, мне такая пизда, блядь. А, нет. Ой, чего спас меня? Ну что, камбэк изрел, в принципе. А где наш? А что, наш чекает? Это, ну, конечно, камбэк или на этой карте, но... Да изи, величайший камбэк в истории, ты чё? Найс. Умница. Я валю к вам. А не. А, это да, ладно, до свидания, в принципе. До свидания. Я специально такая, давай на скоп, давай на скоп, давай на скоп. И на скоп, да. Ну, как бы, а чё вы мне предлагаете? Сори? При всем уважении. Better than Safari? Да вообще. А чё? А по мне не видно? Бро. Чё, ничего личного, правда? Ничего личного. При всем уважении, я хочу... На. На. Всё, я в КД. Этот скрин. Я скринил. Мне надо и сделать. Я хочу КД. Отлично. Ласкатка против РГН. Итог. Во-первых, скрин. О, нормально.